Ребят, всем привет. 12 июля 2021 года. Я в шапке и в капюшоне. Вот такой вот Петров пост, блин, начинается. Вот день сегодня. Холод стоит и ветер прям неимоверный. Так, ну что, сейчас поедем косить дальше. Поедем косить дальше. Вот все, что мы косили за первый наш первый день. 65 тюков всего сена. Вот, так что вот такие дела. Как говорится, сена нет, но вы держитесь. Так, что обслуживаем? Сейчас обслужим блок, посмотрим, что у нас там. Вчера косил, начал вчера косить, точнее, ну, как бы сейчас продолжаю, дальше буду. Сейчас, значит, надо посмотреть ножи. В принципе, ничего вчера такого страшного с ними не случалось. То есть ножички нормальные. Здесь единственное, их загнуло, попал тогда под этот. В пень наехал. Ладно, сейчас посмотрим соляру, масло. Сейчас погреется немножечко. Выдвинулись, ребят. Поедем сейчас на Увалы. А там на Увале-то на самом ничего нету в этом году. Вот тут вчера я косил. Здесь я, здесь вчера косил. Опа, трактором. Так. Видите? Всегда травостой стоял такой, что косил не забивало. А в этом году на холостых оборотах косится все. Вот такие дела. А зеленый мне тоже я не показывал. Столько подгон в этом году. Одна уже цветет во все. Полос выпустила, яика цветет. А вторая только еще только-только подошла. Ждать буду часа до 25-го, наверное, там косить буду. Более-менее костерок, хотя я говорю, здесь всегда был костер такой, что просто нормальный костер был, а в этом году сенокосы все на горах, горы, Увалы. Даже косилка, вот где трава большая, она ее в балок укладывает. А там видно, что прям прокосы так остаются. А здесь островы нету. Она ее разбрасывает, понятно как. Все. Погодка прям сегодня, а? Сено метать, на зарод подавать.
говорю, там на увале нету ничего, только на этом, на низинке там. Сейчас низину выкосим. Здесь вот хорошая трава стоит, показывает, что хорошая, но здесь косить невозможно. Здесь парники накопаны явно, только руками. Тоже весь зацвел. Дороги учатся и сорочат плавать, плавать, вылетать. Даем цветет. А нам сюда налево. Выкосил здесь все, что можно было. Там, короче, увал. Там ничего нету на нем. Так-то показывать, типа, есть. Типа, ничего нету. Вот здесь даже ничего нету. Здесь один осот. Я так накосил раньше. Вон там практически.
практически до... Ну, еще метров тут 20, но нехер там делать сейчас. Так, в этом году у нас вот работает ремень. Яртовский, нет, врю. Чешский Рубена, 937-й. Не знаю, кировский он, то ли там на Динамо идет, то ли куда. Но, в общем, в свое время брал ее к легкому мотоблоку, как приводные ремень, они не пошли, вот сюда пошел он. Один, правда, износился у меня. Тут вот где-то лежит такой же ремень. Вот он. Вот он. Вот такая с ним штука произошла. Короче, он попал вот сюда вот. Перескочил с этого ручья. Попал сюда, и вот тут его вот этим вот, вот этой гранью, короче, выел такую ямку. Вот так неплохо, неплохо вроде. Яртовские ходят. Рубену попробовал один раз, покупал вот такой вот 1250. В принципе, они сами по себе Рубена неплохие ремни. Но здесь вот при таком вот повороте, как бы, это нивелирует их, скажем так, качество. И поэтому яртовский 190, а этот, по-моему, 330 стоит. Если я вам сейчас найду. Да, то есть 330 этот и 190 этот. То есть практически, ну, в полтора. Что там получается? 190, 200, 480. Ну, в полтора раза он дороже, но по качеству они одинаковые. Поэтому... Ну, это так, чистая ремарка такая. Так. Вот сейчас хочу сходить на ту сторону. Вот туда вот залагаю там участок, который я в 2019 году разрабатывал. Снимал видео, кстати, я по этому поводу. В 2020 году я что-то дорогу делал, убирал муравейники как-то там, я тоже есть видео на канале есть. Вот, сейчас хочу туда сходить, в том году я там не косил, потому что, в принципе, там сена не было. По 2020 году сена хватало везде, и как бы этот участок, ну, как получилось так, что у нас появились новые сенокосные участки, и он как бы стал ни к чему. Вот сейчас сена там, собственно говоря, не было, сейчас хочу сходить, там тоже есть низинка небольшая, если там сена есть, то, может быть, туда съездим. Так что вот так. Такие планы. Сейчас дойду вот тут по увалу туда, в ту сторону. Так, друзья, приехал, значит, на ферму. Вот сюда вот. Значит, выбил здесь загонку одну. Сейчас по длинному гону пошел. Вот там вот в середине две колеи продольных. Вот так вот они идут. Короче, сейчас отсек до них сначала. Выхожу с этой стороны. Вот. Ну, сейчас времени час. Сейчас я домой поеду. А, обед съесть еще. Сейчас эту загонку выберу. Дороги еще схожу, и длинный гон, все, ну, как бы я разбил его. И поедем сюда уже ближе к траншеям. Не знаю, может быть, сегодня докашу, дай бог ничего не сломаться, потому что здесь, ну, сами понимаете, поросята шли, все изрыто. Ну, ладно, по возможности что-нибудь поснимаю. Все, пока поехал до дома, до хаты. Так, ребят, бывает иногда вот такой, и это же очень часто бывает. Вторая поломка этого валика. Короче, вот слабое место вот этого адаптера. Вот этот вал на 25, который стоит в 205 подшипниках, ломает его с видным постоянством. Постоянно. То есть я вот неделю назад его поставил новый, и его сломало. Не хватает веса. Тяжелый мотоблок, тяжелая косилка. Плюс ко всему упирается везде, поэтому вот такая беда. Ведь производители вот этих адаптеров, чебоксарские, мирные резки, блин, сделайте нормальный вал вот этот. Хотя бы 30-й, чтобы он был. 40-й. 25-й валик, это детская игрушка, тем более адаптер сделан на переднюю навеску, косилка, лопата. В общем, ладно, сейчас откручиваю, все отцепляю, буду пробовать цеплять вот за эту навеску, поедем, будем тащить. Ну, в прошлый год уже таскали, опыт есть, что называется. Ладно, это вот так это все выглядит. Домой.
Так, сейчас, в общем, сенокос идет. Заниматься вот этими токарными работами некогда. Это ехать надо заказывать снова, вытачивать. А у меня вот есть такой валик. В свое время тоже заказывали в том году. Точно такой же. Он единственное, что он это был короткий. Вот этот вот 20-й вал был короткий, но он был с проставкой. Вот этот валик, который сейчас сломал, был без этой проставки просто. Тут 25-й, тут 20-й. И она сломала его, поэтому к концу по 20-му получается. Сейчас просверлил в нем отверстие на 9,5. Нарезал резьбу на 10. Болт длинный. Все дело сейчас обварится. Дело все обварится и все. Так, ребята, под трактором бортовую надо подтянуть. Это имеет свойство наслабнуть. Действительно слабо опять. Подтянул. Левая бортовая слабнет и все. Правая нормально, левая слабнет. Там уже и шпильки стоят на 14, по-моему. Да, родные стоят на 12 и на 14 стоят. Вот 8 болтиков, и они, ну, вон они тут находятся. Вот. И, короче, видимо, в свое время, когда прошляпили ее, болты, отверстие разбило в кстати, разбило-то и где? Ну да, в самой бортовой. Да, в бортовой самой. В чулке это нормально, там просто отверстие. А, без резьбы. А в бортовой, видимо, разбило резьбу и переделали на 14. И все равно сейчас мы шпильки сделали 2 года назад. Да, или 3 даже года назад, наверное. Все равно продолжает она слабнуть. Но сейчас подтянул как бы. От руки все крутили, все 8 болтов. Такая вот история. Ладно. Так, ребята, помните, в одном из видео я сокрушался по поводу качества металла. Приобретал я в этом году бак на скаут. Отопленный побежал у меня предыдущий. И вот пришел бак, и я говорил, что качество металла, то есть металл очень тонкий, металл очень хлипкий. Хотя бак сам стоил больше 3000 рублей. Вот, буквально дня 3-4 назад отпали у меня уши крепления подфарника. Вот так вот, которые тут стоят, вот так вот. Вот такой металл был. Двоечка, наверное, оттрясло, все отпало. В общем, заболталось все. Выяснилось, что причина была вот в чем. А сейчас, значит, сделал от старого бака, отрезал уши крепления. Прикрутил сюда вот их на болт крепления фары. И еще прикрутил вот кожуху на болты на 6. Как бы держится. Ну, не сказать, что... Ну, думаю, что все-таки лучше было, чем было. Не знаю, насколько хватит. Думаю, следующее будет рвать вот здесь вот. Так что вот такие дела. Вот такое вот качество запчастей в нынешних реалиях. Хотя, еще раз говорю, ценник на них очень подорожал. Потому что, говорят, подорожал металл, да? Ну, как металла тут самого как такового практически нет. Фольга. Ну, или в лучшем случае жестянка. Все, сейчас ставлю подфарник. Устанавливаю фары. И сегодня тепло у нас, кстати. Сейчас поедем на... сенокос. Будем ворошить сено. Надо будет на одном участке перевернуть. Там более-менее такая, скажем, ну, хорошая. Хороший травостой был. Перевернем, потом поедем сюда к себе грести. Сегодня у нас день прессования сена, наконец-то. Вчера был дождь. Вчера вот я косил. Пошел после обеда дождь. Да, даже до обеда пошел. Вот сегодня придет нормальную погоду. Сегодня у нас 16 июля. А завтра снова суббота, 17-го, снова обещаю сильный дождь нам. Поэтому нам сегодня нужно успеть все подобрать по возможности. Ладно, ремонтируемся. Родился там, где реки и поля, и где обильно потом полита земля моя. Пока Серега первый велик покупал, я 10 лет уже на тракторе гонял. Прошли года, Серега в бумере уже, я по деревне рассекаю, не гляжа. Ты кем работал, если бумера купил? Каких трущобок, сколько бабок нарубил? Ответ: Серега, никому я не скажу. А я вот все за тем же трактором сижу. Ведь у меня и синий трактор всегда со мной.
черный бумер, под окном катая. Черный бумер, черный бумер, девка мочит нравится. А у Сереги черный бумер золотой, как прокатился по Серега, ты со мной. Мой синий трактор пик от друга бы обнял, твой черный бумер даже рядом не стоял. Да потому что трактор выше и сильнее, немало видел он врагов и полей. В его кабине мы не больно пишем рэп, там где пройдет мой трактор вырастает лев. Ведь у меня есть синий трактор, он всегда со мной. Ведь у меня есть синий трактор, пускай и шальной. Ведь у меня есть синий трактор, трактор заводной. Да не сиренью, что-то покатаемся со мной. Синий трактор, синий трактор, эх, пройти бы эхо само. Синий трактор, синий трактор, я с тобою и тебе мог. Синий трактор, синий трактор, я собрал тебя и твой. Синий трактор, синий трактор, от тебя соляры. Что происходит и со мной, и со страной? Запал народ на черный бумер, бумер дорогой. И шапку сутки детям по 16 лет. Наверное, в жизни больше ориентиров нет. Братья Серега, бумер твой меня достал. Зачем ты так из рэпа куда замешал? И что за песню написал, ты не пойму. На трех аккордах я давно уже пою. Ведь у меня есть синий трактор, он всегда со мной. Ведь у меня есть синий трактор, быстрый и шальной. Ведь у меня есть синий трактор, трактор заводной. Садись на линию, чёрта, покатаюсь с тобой. Чёрный бумер, чёрный бумер, там синий долин, не обели. Чёрный бумер, чёрный бумер, если ты сможешь, догони. Чёрный бумер, чёрный бумер, по рукам катаюсь. Чёрный
вот таков итог по сену на ферме. Ну, в том году, прямо скажем, намного было больше. Я не знаю, сколько здесь стюков получилось. Стюков 30, может, всего-то. Как-то так. И все подобрали. Сенцо. Успели сегодня. А сегодня еще повозим, наверное, маленько отсюда. Хотя бы вывезти надо. И все. Ну, ребята, всем привет. Утро следующего дня. Так, сегодня у нас уже 17 июля. Да, сегодня 17 июля у нас. В общем, едем за сеном. Вот такие принцип. Едем туда на ферму, где у нас вчера пропрессовывали, вчера не стали вывозить. 25 кубов там. Сейчас два раза съездим. 25 кубов, тут такие по... Ну, в том году больше сотни там было. А в этом году только 25. В общей сложности, я не знаю, накосили где-то, написали, около... Кубов, наверное, 80. Это, конечно, очень мало. То есть, итого у нас где-то порядка 170. Поэтому сегодня после обеда едем снова в такси. Там, где... Там не пустили до этого. Так что вот такие дела, ребята. Все по месту включу. Так, накидал тележку. Вот 13 стюков. Вот так вот входит. Ниточкой, веревкой перевязал все. И все, поехали до дома, до хаты. Mm-hmm.